Баня на Семена Середы снова готовит сюрпризы. Общественная баня – это вообще особое пространство, место для общения, отдыха и оздоровления. Парюсь уже, можно сказать, с самого детства, да. Вот мое детство прошло на Урале, там меня приучили к бане, и вот здесь вот я уже практически никогда стараюсь баню не пропускать. Баня – это великая вещь, она дает оздоровление организму, она улучшает настроение. И после бани ты приходишь, у тебя легкость во всем теле, понимаете? Вот никакие процедуры в спа-массажах, они не могут дать того, что дает баня. А для тех, кто имеет отношение к спорту, пусть даже не профессиональному, а таких людей в нашем городе из года в год все больше, баня и вовсе необходимость. Коллектив у нас дружный. Пар в общении, все уже старые парнички, уже по 20, по 30 лет кто ходит. Каждый свой коллектив уже. Поэтому общение, никто никого не ругается, не шумит, все у нас обстановка. Как в детском саде, одни лучше. Мы спортсмены, мы через это прошли все, это уже без этого никак нельзя. Поэтому бегаю, занимаюсь физкультурой, где-то в неделю километров 8 получается. Молочную кислоту снова с костей выгонять. Построенная в 1961 году, баня на Семена Середы только в прошлом году получила новую жизнь. Ее отремонтировали, восстановили, полностью заменили лавочки и палаты в парных. Конечно, баня преобразилась, это вне всяких сомнений. Но главное достоинство бани – это все-таки парилка. Парилка, я должен сказать, что одна из лучших, если не самая лучшая в городе. Я в каких-то банях не был в Москве, и в Сандунах, и Новослободские, и Коптевские. Хорошие бани, да, но должен сказать, что наши не хуже. Полностью заменили в бане и дымоход, что тут же ощутили посетители. Печку все обновили, она вот заходишь красную, то надо для парилки пар поддавать бата, а тут бросаешь, 10 кружек бросаешь и хватает, все. Поэтому, чтобы было для души, для тела. Тем, кто в общественной бане бывал, рассказывать о ее преимуществах не нужно. Это пар, которого не достичь в частной бане. Парное сердце бани. И люди идут только из-за пара сюда. Тут печь очень большая, каменка. В ней очень большое количество камня заложено. И то есть там где-то 2,5-3 тонны камня заложено в печь. И при нагреве ее, то есть в парной, когда поддаешь, сухой пар получается, и очень легко дышать. Температура русской бани. Кто такие особые парильщики, спортсмены, они очень любят общественную баню и большую печь. В начале лета для удобства посетителей ввели систему абонементов. Практика показала, что люди системой пользуются. Ведь выгода на разовое посещение получается в районе 25% от цены. Потому задуманную как летнюю акцию возможность приобрести абонемент продлят. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».